хороший канал, нравится. Много там про наш город сказано интересного. Вообще я телевизор редко смотрю. Но нас все-таки смотрите. Смотрим иногда, переключаемся. Спасибо. Нравится огромное. Канал, поздравляем вас. Как можно дольше вам работать. Вам здоровья, счастья, хорошего настроения и хороших передач. Чтобы вы радовали телезрителей города Ульяновска. Про заводы и все такое, про рабочих, простых людей. Ну так, нормальный канал, мне нравится очень. Угу. Что-то пожелаете нам в день рождения? Нам 13. Желаю вам, чтобы вы развивались. Ну, счастья желаю вам. Мне нравится, когда вот, ну, что-то, какие события происходят, такие. Ну, они почему-то не освещаются у нас. Угу. И мне бы хотелось это, ну, более такого содержательного. А то все зализано, прилизано. Хочется какого-то такого, ну, яркого. Ну, мы стараемся, как вы считаете? Стараетесь, да. Я очень доволен, да. Все, спасибо вам. Нормальный канал, все очень хорошо. И опросы хорошие. Удачной и справедливой работы, объективной информации. И так, чтобы вас уважали жители Ульяновской области. Приятно. Смотрю и буду смотреть. И желаю вам всего доброго. Процветание в вашей программе, чтобы больше позитивных новостей было и меньше криминальных. Поздравляем от всего сердца. Будьте здоровы, счастья, любви и все хорошее. Информацию хорошую даете, держать таким же курсом. Вот. Темы хорошие, злободневные поднимаете. Вот. Ну, желаю только держать так и дальше. Я смотрю по интернету обычно все новости. Поздравления, а сколько лет? 13. Ой, такое число. Ну, дай бог здоровья. Бетслаха, как говорят у нас в Израиле. Тодараба. Удачи и спасибо большое за все новости.